Всем привет, друзья! С вами Лав, и мы начинаем. Сейчас быстро посмотрим, как у нас дела со звуком. И двинемся в путь наших приключений. Отлично, все работает, меня слышно, игру слышно. Заставку второй раз смотреть не будем. Да, подтверждаем, что мы прошли 20% игры. Так. Сейчас посмотрим, что там у нас в бет-пещере. Не, подождите, задание. Мне компьютер нужен. Я там могу много чего открыть. Хотя я тогда все открыл. Ладно, потом. Пойдемте на задание сразу, в принципе. Пойдемте разбираться с пингвином. А вот и снова она. Вот это уже что-то знакомо, но это и по фильму вроде было. Что-то с пингвинами. Селина Кайл или Женщина-кошка, прирожденная воровка с тягой ко всему роскошному. Будучи невероятно ловкой и быстрой, она прекрасно действует своим хлыстом. Ну что, вперед, надо поймать Селину. Ну, идите сюда. Ну ничего, не в ту сторону, что ли, побежал? Ух, со всех сторон по нам враги. Монетки! Yeah.
можно плавать? Странно видеть врагов в воде. Разобрались. О! Здесь ты можешь забраться, Робин. Надо запомнить, что тут есть для тебя. Так, это по квесту, скорее всего, если так подсвечивается. Пока не трогаем, собираем, что есть. Робин, а ты два раза прыгать можешь? Такое чувство, как будто здесь все сделано для тех, кто может два раза прыгнуть. Бэтмен у нас перескоки тоже не хочет делать, ясно. Плавать. Плавать у нас, наверное, только ящерица может. Вот она. Он как раз, наверное, и этот не боится. Яд. Ну, токсин. Токсин не боится, Робин. Понимаете? А мы боимся. Это что было? Я правда не понял, почему я погиб. Это была бомба какая-то, что ли? Машина — это хорошо. Благодаря автому. Ничего не понял. Почему ты не берешь монетку? Глюки, друзья мои, глюки. Вот опять я подорвался, и я не понимаю, из-за чего. То есть есть бомбы, что ли, в этих ящиках, что ли? Зачем мне это авто, если оно такое хилое, а? Сюда проехать? Что мне это даст? Разрушить не могу. Ты... Бэтс. Только что спалил нам машину. Видели, как он страдает? Страдай. Страдай. А все почему? Потому что я опять нажал Е, понимаете? Я ничего не могу с собой поделать. Я который раз уже нажимаю Е.
Вот, вот в этих штуках враги, все. Красненьких. А вот прибавлялась бы у тебя физическая сила, дружище. Цены бы тебе не было. Я умею ходить по металлу. Что это было? Ты же по сути можешь. Видите, может допрыгнуть. Надо попробовать. Робин. Там он твой наставник, занимается достижением жизни и смерти. Ты заметил? А, не может. Не может. Вот это меня и убивает в этих локациях. То есть это вот плохой геймдизайн. В том смысле, что ты видишь и думаешь, ой, я могу. А геймдизайнеры говорят, нет, не можешь. Хотя, по сути, должен мочь. Ну что за издевательство? Мне кажется, это за кошкой уже идти. Мы только что с вами прошли по сюжетной линии. Наш наставник занимается постижением жизни и смерти. О. Так, как мне попасть? Желательно вот сюда. Да, Бэт. В конце концов ты освоишь этот трюк с воскрешением. Слышите, как наш наставник там чело-мышь кричит? Ну тут только Селина может пройти. На-на-на, это ее. Бэт, тебе не надоело умирать, а? Ладно, пойдемте. Заставка будет, и Бэтс вспомнит о том, что он герой. Я же сказал. Да, Бэтс? Я герой, я постиг смысл смерти и жизни. Погибнув под соточку там раз, да? Опа. Так, что за проблемы? Ну-ка. Слава! А, тять!
Там, там это нету? Я уже боюсь. Круто. Бэт. Ты понимаешь, что это значит? Ты теперь сможешь парить. Парить летучей мышью. Над Готэмом. Идем обратно. Как вернуться обратно? Есть. Так, надо как-то это все собрать. С какой же высоты я должен лететь? Ладно, Робин, пойдем обратно. Это слишком сложно. В этом костюме, что неудобно, очень легко разбиться. Чуть-чуть не так спланировал, и все. О, здорово! Сердечко не видели? Оно мое. О, еще один. Не, ну Селена умеет убедить в своей правоте других, я не сомневаюсь. Понятно, мы сюда не можем, потому что нужна сила. У наших героев нет почему-то. Опа, гости. Цветочки, клумбы. Ну, это идея. Он тут палисадником крышечным занимается. Палисадник на крыше. Сейчас. Ура! Селина Кайл, мы идем за тобой. Упс. А Бэтмен умеет падать. Робин. Робин. Ух. Где-то враги.
Мне надо помочь Рубину перебраться через мост. О, да. Это круто. Спасибо, Бэтс. Тебе помочь? Ты уже совсем не справился. Но ты же супергерой, а не на дело. Иначе и быть не могло. О, ой, Селина! Ты что дерешься? Селин, ты что такое? Ну-ка, переставай драться. Женщина-кошка исчезла в ночи. Так, я боюсь подходить к этим штукам, поэтому... Да, нет. Вот именно, да. Ну, я не знаю, как туда попасть. Ой, тихо. Я чуть не разбился. Я же не был готов планировать. Что за окружение? Где бы еще жизнь? Фух. Кто с кем дерется? Я что-то не понимаю. Мы тут герои, а? О, твой выход, чемпион. Что теперь можешь? Ну, мы разберемся. Машинками, наверное, управлять может. Эй, что тут происходит? Ну-ка. Гражданин спасен. Супергеройский миллион почти заработан. Ну или 100 тысяч. 100 тысяч, пока все скромно. Так, а дальше нам некуда здесь уже идти. Робин Бобин. Давай, говори, что нам делать, Робин. Робин, что нам делать? Робин, нужен твой скафандр металлического человека. Магнетического, да? Ну, Робин, держись! Не упади! Следующий. Жалко, конечно, монетки, но зато я остался цел. Фух. Но никто не тронет. Потому что с ним есть Робин. Робин, давай уже. Все, переоделся. Молодец. О, я тоже сейчас переоденусь. В минера, представляешь? Сейчас назад не пойдем. Мы, наверное, не сможем, да, назад отступить. Подождите. Сейчас посмотреть все, что мы можем подорвать.
принципе, должны назад отступить. Это ж сколько надо идти назад, чтобы все подорвать, а? Кашмир. Ну-ка проверим. Эту штуку вроде нельзя подорвать. Не, можно? Ну что, другое подорвали. Вот и все, да, то есть. Это перегородилка. Да, мы можем Робином туда, в принципе, вернуться, но мы вроде так по очкам успеваем набрать нужное количество. Ну давай, давай. Бэтмен, не подведи нас. Ну почти. Подождите, мне нужен костюм, чтобы дособирать монетки. Планер спасет нас. Все, мы взяли нужное количество очков. Теперь можем просто здесь грамотно все подорвать. Вентакрыл. Давай, цепляйся. А, ты обычный, Робин. Мы нашли необходимые детали, чтобы открыть этот люк. Мы нашли еще необходимые детали, оказывается, чтобы точно открыть этот люк. Вот видишь, все просто. Опа. Бэтмен наводит порядок на улице Готэма. Понятно, зеленый стульчик бить нельзя. А,
Нет! По сути, он должен был сразу зацепиться, но много чего, по сути, должно быть. Селена? Кошка! Да, поцелуй бриллианта увеличил ее жизни прям в разы. Я в шоке. Так. Ты чего еще хочешь? Я сейчас тебе... Сейчас просто все разломаю. Монетка. Так, будет драка сейчас с Селеной. Кунг-фу панда. Ломаю, крушу. О, иди сюда, Селена. Бум. Жалко, только одну жизнь отнимать, да? А, давай, иди сюда, Селена. Селена Кайл. Никакая ты не женщина-кошка. Ты простая девушка. Ну, с друзьями. Хорошо. Я готов это признать, они пришли тебе на выручку. Мне еще тебя что, преследовать надо? Да. Тихо. Она не решилась к нам подойти. Идем, родом. Селена. Ну-ка, иди сюда. Конечно, это неприлично, ведь девушка, но выбора у нас нет. Лучше уж пусть я, чем Робин. А то пример плохой будет. Хотя да. Так. Вот, Робин, бей! Вот кого надо бить. Ну куда же ты, Селена? Селена. Селена. Я вам покажу, как разлетались. А. Вот она. Отдай бриллиант. Отдай. Все-таки бриллиант увели. Ну, по сути, на максимальном количестве вот очков у нас получается проходить. Надо будет только тогда с Фризом заново пройти миссию. Ну, посмотрим. Продолжить историю, конечно же. Специальная подлодка пингвина позволяет ему совершать преступления из под воды в доках Готэма. Он может погружаться под воду, чтобы подобраться к противникам и выстрелить по ним торпедами. Ah!
Пошел наконец такой тонкий юмор. О, началась моя любимая компания, да? Разгроми все, что можно. Так, Робин. Ух ты! Мы получили наводку. Я готовлюсь к старту. Выхожу на финишную прямую. Ё-моё, как разогнать эту штуку? Я, кажись, приплыл. Мальчик. Так, ну-ка, кыш с моей дороги. Так, за мной лягушатки. Еще разок. Да, есть. На нашей улице тоже будет праздник. Это что, торпеда, что ли? Тащу торпеду. Ой, Робин. Ну что я могу сказать? Нечего было так близко подплывать. Опа. Так, осталось попасть. Почему мне на машине больше нравилось? С лодкой я, видите, меньше дружу. Не, на машине тоже было сложно попасть на эти все штуки. Там трамплины. Мы с еще Робином попробуем, но... А тут, видать, для Робина, я понял. Робин, твой выход. Ну, Бэт. Ты специально это сделал, да? Чтобы обидеть Робина? Да, мне кажется, он специально это сделал. Сейчас, Робин, не мешайся. Я мину тащу. Не мешайся, блин. Да. Сегодня день не лягушачьих лапок. Мне дали моторку. Все, что можно разломать. Ой-ой-ой, мы в ловушке, Бэт. Герои не бывают в ловушке, Робин. А если бывает, то временно. Так, готовься. Я тебя взял для того, чтобы ты мог взять монетки, которые не могу взять я. Ну, сам понимаешь. Эго распирает, поэтому надо как кого-то, кого еще пока эго не настолько мощное. Я не понимаю, почему ты не взял? Опа. Ну, не получается. Ладно, уходим отсюда. Сейчас я тут все доломаю. И уйдем, как будто ничего не было. Там, понимаешь. А то выставят счет. Я хоть и миллионер,
Но по счетам платить не привык. Ну, да. Пустите лесов курятник. Так, что за бронированная вещь? Ладно, разберемся. Робин. Робин, ты что там? Это не для тебя. Бэт, спаси! Они обижают меня. Пингвинята? Сейчас мы их уничтожим. Ладно. Отлично. Где там еще? Как-то надо открыть. Не дано, а как открыть? Немного чая. Стрелять торпедами? Робин, а что ты сразу не сказал? Оба! А почему Робин может стрелять торпедами, а я не могу? А ну чё это как-то, ну... Да, слишком большое эго это проблематично. Так, теперь надо как-то выехать, не подорвавшись. Все, поехали. Ой-ой-ой, мама. Робин, не подставляйся. Идет подкрепление. Огонь на подавление. Так, действуем осторожно. Там пока подлодкой можно взять, я понял. Она может уйти под воду и потом всплыть. Так, Робин, осторожно. Ты можешь торпеды вскрыть? Нет, там торпеды не вскрыть. Опа. Что за таран?
Ладно, зачищаемся. Все, что можем. Понятно. Обстрел! Так, цепляем. Поехали со мной. Какая-то утка приплыла, ребята. Поехали. Вот. Ну, почти. Робин, нет, нет. Я все-таки взломаю тебя. Поплыли со мной. Робин, ты сейчас Не подставляйся, Робин. Самому бы не взорваться с этой... А, да. Я заслужил свой первый миллион. Давайте. Вперед, друзья. Ай-яй-яй-яй. Так, здесь, видать, торпеды нужны твои, да? Торпедирую! Продолжаем наш обстрел. Как слышно, как... Ой-ой-ой. А шо, что она там? Взорвали. Еще один остался. А зря они туда заплыли. Ну все, друзья. Вплываем. Блин. Это ты?
Я так понимаю, нам нужны торпеды. Сейчас соберем их. Все, что тянуть? Ну-ка, поехали. Ай-яй-яй. Странно. Торпедирование прошло неудачно. Ты куда ж, ты куда, бля? О! Грин, привет! Привет, дружище! Вчера что-то подошел, я вчера тебя ждал, думаю, придешь, будет сюрприз. Просто интро приходил и попросил перенести Dead by Daylight. А следующий перезапуск это Бэтмен, то есть как бы я сейчас же не могу Медива запустить, потому что герой еще не прошел. И вот запустил, а тебя нет и нет, думаю, ну хотя бы думаю, в стиме напишу, чтоб подтянулся. О, попал. То есть надо еще в двигатель какой-то попасть, видать. Сейчас я нагоню, что ты написал, просто когда с боссом сражаешься, очень сложно. Я не понимаю, надо внутрь бить, да? Да, вроде. Хотя, наверное, надо еще закинуть. А, да ладно тебе. С чего это вдруг? Не, ну понятно, что для расстройства и для радости всегда можно найти повод. Но лучше все-таки, я думаю, для радости. Так, сейчас мы его бомбанем. Надеюсь, получится тебя здесь, как говорится, порадовать больше. А я не понял. А, это не для меня, понятно. Куда тут штуки открывается. А из-за чего расстраиваешься, если не секрет? Может, преодолеем? Оп. Бумс. Я понял, надо прям вот в середину бить. Где уточка. Но в крайнем случае, можем вообще об этом не говорить, чтобы ты мог об этом забыть. Опа! Робин, ты хватил гранату. Молодец, Робин. Только теперь лучше подтяни гранату к врагу, а не перехвати ее. А мне вот это не нравится. Он этих выпустил, бронированных утят. Они сейчас будут... Вот, я и говорю об этом, да, они сейчас будут гранаты раскидывать. Нам будет сложнее. Опять не попал. Сейчас сделаем. Не знаю как, но вот засчиталось. Удар засчитали. Или несколько раз надо бить, чтобы засчитали удар. То есть я еще не разобрался. Да-да, видать, не один раз надо попасть в него, чтобы ему отняли жизнь. А, не, мне кажется, спереди надо теперь ударить его. Все, понял. Я должен разобрать тебя на запчасти. Нет. Да. На запчасти надо его разобрать, ну. Ты знаешь, что удивительно? Я вообще за злодеев миссии не помню. Я как бы... Я один раз, правда, проходил. Но что, я сам был в шоке. Вот. Мне казалось, что я не проходил. Потом, оказывается, сохранились мои сейвки. Я зашел за сейвки, увидел, что я все проходил. Вот. И как бы был тоже удивлен. Видать, игра настолько легкая, что она как бы плохо запоминается. И это печально. Ну, мне кажется, это плохо, да? То есть, значит, не было каких-то ярких моментов. Хотя вот за злодеев я лично очень удивлен. Вчера из-за роботов там ходили, ну, когда за Энигму проходили. И думаю, как я мог не запомнить этого всего? Так, куда тебя бить-то надо? Надо понять, куда тебя бить. Где там у тебя что целое осталось? Вроде я все тебе поломал.
Мне даже разогнаться не дает, понимаете? То есть... Ну, столько мелочи выпускаешь, что... Может, его торпедировать пора? Что-то не понял, а как я... По нему просто надо было стрелять. А, все, его можно уже просто разбирать. У него нет брони. Расстреливаем, расстреливаем его. По возможности. Ой, я сейчас умру. Есть. Он умрет первым. Здравствуй, коллега. Хорошо, что ты Лего. Иначе секир башка была бы вся. Я, например, когда проходил первый раз Бэтмена, я компьютер не находил, где можно покупать там части истории. И еще, знаешь, я когда прошел, такой думаю, что-то не хватает. Ну, я больше помнил, там на самолетике летать можно было. Так, прошел первый титр, увидел, уже игру оценил. Такой думаю, ну все, быстро проходится. Ну что, на 8 баллов, думаю, ладно, короткая. А оказалось, что они после каждой главы делают титры. Мне кажется, это неправильно. Потому что вот я сейчас вспоминаю, Лего Бэтмен, он вроде выходил сразу целой игрой, то есть не кусками. Я понимаю, когда игру выпускали кусками, как Telltale, да, то есть раз там в 3 месяца, еще можно понять титры, и то вот когда мы играли Telltale, там все время разная музыка, как бы, ну, интересно было. А здесь все время достаточно однотонная музыка и одни и те же титры, то есть, как бы, ну да. Продолжить историю. В любом случае, рад тебя очень видеть, а то хотел тебе сюрприз сделать. Все-таки сюрприз, надеюсь, удался. Вайлон Джонс, или Киллер Крок, родился в ужасных медицинских условиях, которые видоизменили его тело, превратив в рептилию. Теперь, решив пойти против человечества, он наделен невероятной силой и иммунен к токсинам. Я еще, знаешь, думаю, почему Лего Бэтмен, наверное, хуже запоминается. Потому что когда проходишь игру, ты больше вспоминаешь там фильм. Например, я когда сейчас играю, вот я вспоминаю Лего Бэтмен Аркхэм. Господи, Бэтмен Аркхэм. Аркхэм Сити. Не, господи. Я забыл первая часть Бэтмена, которая более такая масштабная. Там же тоже очень классно боевка поставлена с этим... С крокодилом, который сейчас здесь антагонист. Там вообще основательно сражались мы с ним. Может быть, поэтому так непросто. Я думал, откуда они атакуют, они по веревкам спускаются. Давай, Робин. Нам надо пройти внутрь. Бэтмен сейчас возьмет свои мины.
Я вот о чем задумался, как взять вот эту штуку. Там наверху вроде что-то есть. Сейчас. Или показалось. Она не показалась. Вылазь, 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 там крокодилы. Если я правильно помню. Покусают и не задумаются. Опа. Это по нам, Робин. Это нас встречают, понимаешь? Так, я сейчас поднимусь. Разберусь. Эть. Да что ж такое, а? Эть. Стоп. Не, нельзя. Такой оттянуться. Да что ж такое? Отлично. Жизнь привезли. У меня пока получается, ну, набирать нужное количество монеток. Единственная миссия, где мне это не получилось, это с Фризом. Там он меня так подловил тогда, я не мог понять, как его убить. И он этим очень жестко воспользовался. О, водолаз. Так, я могу с крокодилами теперь сражаться, я так понимаю, да? За то, что я куда я могу ходить. Это опасное решение, они могут тебе там съесть. Сейчас проверим. А, там можно было пройти. Вроде да. Можно было пройти. Сейчас, подождите, проверим с крокодилами. Да. Здесь можно собирать монетки. Крокодил, но он наверху. Так, хорошо, он нас не трогает. Мы не трогаем его. Давай, всплывай. Так, интересно, я всплыть смогу. О, отлично. Что-то я не понял эту идею. Мы, видать, Бэтмену потом планер, что ли, найдем? Так. Вперед, друзья.
Как убить крокодила? Вопрос риторический. Опа. Опа. Где-то есть там крокодил. Самое главное не попадаться на зубок. Заминированные крокодилы. Это что-то новенькое. А здесь уже плюшек нет. Водолазы спасут мир. Так, крокодилы пока на нас не реагируют. Это хорошо. Крокодилы вообще обнаглели, а?
25. А я не знаю, мы сюда не дотащим, скорее всего. Хотя мы теперь дотащим. Ух. Сюжету. Ну давай, давай. Ой, неожиданно. Почти, почти. Есть. Все, теперь нас не лишат. Ты что, спланировать должен? Так, возникает вопрос. Тут ток есть. Что мы не сделали? Туда уйти мы уже не можем. Хотя подожди, он может. А, вот, ё-моё. Не заметил, представляете? Размечтались. Все, появилась лесенка. О, гости. Вот дают драться хотели. Вперед, друзья мои. Не зря раскрал. Тихо.
Граната, это у нас что? Ого, сколько в нем монет. Что-то бесконечно. Все. Монетки закончились. Интересно, зачем нам крокодил? Ну это понятно, мы пододвинули бы и взяли. Пока не ясно. Это не работает. Мне что нравится, здесь, в принципе, можешь вернуться и... Сейчас мы Робина переоденем, только по лестнице он научится лазить. Сюда. Стоп. Убегай. Все. Я просто не знаю, там, наверное, надо батарангом было как-то залазить.
Отлично. Так, у нас есть шанс, что заполучим. Я даже не знаю, кто тут должен быть, чтобы запустить эту штуку. И герои. Киллер Крок. Ты хочешь сказать, что ты хочешь со мной подраться, киллер? Опа. И это все? Все, на что ты способен, да? Ну давай. Нет, еще один пойман. Осталась летучая мышь. Годный костюм. Все костюмы для них мы нашли. Уже почти миллион, друзья мои. Продолжаем.